Форум малых городов и сельских территорий собрал на одной площадке делегации от районов области, представителей органов власти, экспертов и студентов. Каждый район нашего региона представил выставки со своей продукцией. Вот, например, Ливенский район. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, что у вас здесь представлено? Мы город Ливны. Мы сегодня представили Ливенный кондитер, хлебзавод и Ливный маслозавод Ливенский. То есть наша продукция натуральная линия, натуральное производство, то, что мы делаем из натуральных продуктов. Пожалуйста, можно подегустировать. Также у нас есть ливенские сувениры. Это гармонь Ливенка, тоже мастера делают в нашем городе. И плешковская игрушка. А на продукцию из разных районов нашей области можно было не только посмотреть, но и попробовать ее. Помимо съедобных образцов, на форуме мастера представили игрушки, сделанные своими руками, а также деревянные предметы декора. Но экспозиция не самая главная часть мероприятия. Как спасти село? Важный вопрос, который задается на форуме. Инициатором выступил губернатор. Андрей Клычков уверен, сельским территориям нужна огромная поддержка масштаба национального проекта. День дискуссии, день обсуждения, и самое главное, день наступит завтра, когда нужно будет подвести итоги, собрать лучшие предложения, которые сегодня будут озвучены, переосмыслить их и попытаться вместе с нашими жителями, с нашими главами районов и поселений найти те пути, которые позволят нам реализовывать. Для гостей и глав районов области форум – это возможность. Возможность обратить внимание на каждое муниципальное образование, его успехи и характерные особенности, осознать ключевые проблемы и найти способы их преодоления. И, конечно, поделиться опытом с соседями. Достижения всех наших районов Орловской области во всех направлениях – и сельское хозяйство, и промышленность, и культура – и традиции наши все, они сегодня полностью открылись перед нами. Форум, я считаю, что как раз актуальный в сегодняшнее время, потому что мы видим, что развивается именно сельский туризм. И в нашем районе как раз мы многое делаем для того, чтобы к нам приезжали гости. В зале собрались десятки участников, представители власти и гости форума, которым не безразлична судьба села и малых территорий. Высказывали и свои предложения. Вообще, по большому счету, надо говорить не только про развитие малых территорий, малых городов Орловской области, надо говорить в целом о формировании единой туристской дестинации в Орловской области. А гости выразили надежду, что итогом форума малых городов и сельских территорий в дальнейшем станут уже реальные дела. Артем Смахтин, Андрей Погосян, Влад Кольцов, телеканал «Первый областной».